Вы помните первую часть, где моя бабочка Атакус Атлас сносила яйца? Теперь вот она сколько их снесла. Они кормятся ивой и тополем в нашем климате. Вот. Кстати, это самая большая бабочка мира. Скоро из этих, через несколько дней, оттуда выйдут гусеницы. Это будет у нас третья часть, когда будут ходить гусеницы. Вот. Наша бабочка, павлиноглазка, Атлас, все продолжает откладывать яйца, но совсем чуть-чуть. Уже мало потомства дает. Вот смотрите, одно яйцо там маленькое. Сегодня эта бабочка у нас за шкаф залетела. Мы ее еле вытащили оттуда. Она там, наверное, тоже яйца снесла, я не знаю. Из вот этих вот крошечных крупинок вырастут гусеницы размером с ладонь. Размером с мою ладонь. Просто зеленые гусеницы такие. Потом они окуклятся, и будет множество вот у меня вот таких вот бабочек. Это была вторая часть моего разведения гусениц. Всем пока и удачи!